у вас называется фестиваль «Мужская роль». Это гениальное название. И более точного соответствия этой роли, чем актер Мажухин, я не могу... Нет, ну есть, конечно, есть Бельмондо, прекрасный актер, потрясающий совершенно. Есть там Ален Делон и там еще кто-то. Но Мажухин, он, поскольку он еще в немое кино, но он безукоризненный, в немом кино он безукоризненный, понимаете?